Феруза Ібрагімова – кримська татарка, переселенка, активно займається громадською діяльністю, популяризаторка кримсько-татарських традицій, власниця закладу кримсько-татарської кухні в Миколаєві. Доброго ранку вам! Дякую, що до нас завітали. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати кримсько-татарську мову. І як завжди в нашій студії вже є мої помічниці, які будуть разом з нами засвоювати цю... З одної сторони здається, що це дуже складна мова, а з іншої, я так розумію, якщо розібратися, не така вона вже складна, як здається на перший погляд, так? Ну, по-перше, Лена, селям алейкум. Селям алейкум. Это наше приветствие, что означает мир вам, если с арабского переводить. А вообще это наше обычное приветствие. Селям алейкум. На что вы мне должны ответить? Алейкум селям. Навпаки, тобто алейкум селям, так? Да, это ответное. Давайте навчимося говорити. От, кажуть, як зустрінеш, так і все піде, так? Мабуть, краще правильно навчитися вітатися. Дівчата, давайте спробуємо, може, повторити, як правильно. Когда мы встречаемся с кем-то, к примеру, я говорю всегда, первый человек говорит селям алейкум, на что ответ идет алейкум селям. Либо у арабов алейкум ассалам, либо у всех вот тюркских народов одинаковые слова идут. Давайте, девчата, пробуйте. Салам алейкум. Алейкум салам. Вот, видите, вы сказала салам алейкум. Надо помягче. Наш язык такой же спевучий, такой же гарный, как и украинский язык. И він нежный. Салам алейкум. Ну, добре, давайте. Алейкум салам. Буду вправлятись. Салам алейкум. Так краще? Алейкум салям. Да, так уже краще. А є якась спрощена форма, як у нас, наприклад, привіт? Конечно, есть. Сейчас мы все не утруждаемся и просто можем сказать друг другу селям. Ответ алейкум селям, либо мираба. Это... Ой, я так розумію, навіть є в нас слово, так? Это у тюркских народов, особенно у турков, это очень сильно практикуется, но у нас это пожелание... Ну, міра, пожелання всього доброго, хорошого. Угу. А міраба – це більш спрощена форма, так? Просто міраба. Так, да, це можна сказати і утром, і днем, і вечером, і как бы, ну, неограничено. Універсально, так. Да. Сейчас молодежь очень любит эти слова селям и міраба. Я так розумію, що слова, які ми сьогодні будемо вчити, також пов'язані з молоддю, так? Ну, сегодняшняя жизнь, она вообще очень молодая. У нас у всех телефоны, у нас у всех социальные сети. Мы очень мобильные, мы очень быстрые. Мы живем в таком темпе и ритме, что никуда не можем уйти от этого. Давайте презентуємо, що це в нас за слова такі, щоб ми ще протягом ефіру встигли їх повторити. Хорошо. Значить, у всех у нас есть телефоны. Что такое телефон? Телефон, он... Как таковой на татарском его нету слова, просто телефон. Но стационарный телефон, а есть мобильный телефон, да. И мобильный телефон — это карманный телефон. Карманный телефон в переводе с татарского получается джеп телефон. То есть джеп — это карман, телефон — это телефон. Ну и в Африке телефон. Таким чином мы вивчаємо одразу два слова, так? Да. Это карман и телефон. Совершенно верно. И наша, значит, повседневная жизнь – это социальные сети, это то, что всегда вокруг нас, там, где мы. Ичтимай ах. Обратите внимание, что в татарском языке, в крымско-татарском языке нет твердой буквы «г». И у нас «г» пишется с твердым знаком, и звучит оно точно так же, как украинское «г». Да. Ичтимай ах. То есть, либо оно может быть с «к», да, и «к», и «х», вот такое мягкое. Но это особенности. Ичтимай – это социальное, «ах» – это сеть. Давайте, девчата, попросим повторить, потому что слово не таке уже простое. Ого, так, достаточно складное слово. Ичтимай – «ах». Очень просто у вас получается, хорошо. Ичтимай – «ах». 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 Ах, какая хорошая сегодня передача, ах, какой у нас хороший сегодня день, ах, какое великолепное утро и ах, наконец-то пришла весна, да? Така, для того, щоб розігріти і підготуватись до вимови цього слова, так? Конечно, ми можемо написати такий же меседж, да? Ах, какое у нас хорошее сьогодні утро, да? І меседж – це теж міжнародне слово, у нас воно чуть-чуть видоизменено, не меседж, як на англійському, допустим, а меседж.
Месседж. Да, да, да. Месседж. И все мы носим, конечно, свои телефоны в каких-то там кошелечках, сумочках, карманах. Ну, карман знаем, что такое, это джоб, да? А сумка, например, это чанта. Все, чанта. Обычное чанта. Слово. Повторите, пожалуйста. Чанта. Чанта. Видите, как замечательно. Еще несколько передач, и девочки уже прекрасно будут владеть кримськотатарским языком. Я помітила, що слова, які тут всі є, вони кирилиці, так? Але є да. У нас і латинські букви. Вообще, кримськотатарський язик изначально був алфавіт на кримськотатарському язикі. Алфавіт називається «Елівбе». Он був изначально на латиниці. Ну, с приходом Советского Союза жизнь резко круто поменялась и перешли на кириллицу. Угу. Поэтому... Это такой відголосок, можно сказать. Відголосок, да. Ну, мы спокойно переписываемся латиницей, то есть говорим наши слова либо на русском языке, либо на латинице, и все прекрасно получается, поэтому сложностей никаких нет абсолютно. Я знаю, что у девчат есть запитання до вас, так? Так, дуже цікаво. А от вдома ви спілкуєтеся своєю мовою, і яке це має для вас значення? Ну, хочу сказать, что в условиях того, что немножко коснемся истории, в условиях того, что крымские татары лишены были своей родины и окружены, ну, высланы то в Узбекистан, то потом при возвращении везде был русский язык, то мы очень сильно сохраняли свой язык именно дома, только в доме. И, знаете, хочу рассказать вам сейчас историю, отвлечься чуть-чуть. В 7 лет меня не взяли в школу. Мы уже жили в Крыму тогда, и меня не взяли в школу только потому, что я не знала русский язык. Хотя мы уже 4 года жили в Крыму на то время, и везде вокруг нас были, ну, русскоязычные, но я не знала русский язык, меня не взяли в школу в 7 лет. Отправили в садик на подготовительную группу. Я за год прекрасно выучила русский язык и потом пошла в школу. То есть дома у нас у всех сугубо крымско-татарский язык. Для чего? Для того, чтобы его знать, чтобы его знали наши дети. Мои родители знали. Я знаю, но мне очень важно, чтобы моя внучка, которой 2,5 года, чтобы она тоже знала свой родной язык. И поэтому это очень важная вещь, очень важная. Для нас это, ну... Щось сакральне, так? Это идентификация наша вообще, ну, в мире. Никогда не переживайте, если какой-то крымский татарин в автобусе или там на площади или на улице будет разговаривать на татарском языке. Ничего плохого он не будет говорить. Просто обязательно с детьми надо разговаривать на татарском языке. Моя внучка, она еще не разговаривает. Это какой-то детский язык, но она четко знает, что со мной нужно на татарском языке. Я с ней разговариваю, она меня понимает. На русском языке, девочки на украинском языке, то есть, пожалуйста, она смотрит эти мультфильмы на китайском языке там, или на английском языке, она может говорить там цвета на каком-то языке, там, допустим, на английском или считать по-китайски. Казахский она знает, потому что у меня подруга с Казахстана, ну, наша крестная бабушка, она с ней разговаривает на казахском языке. И ничего то есть, плохого нету. Внучка полиглот. Ну, растет, да, слава богу. Ну, ви, звичайно, приклад того, що потрібно знати свою мову, поважати, спілкуватися нею. Як ото кажуть, не соромно знати інші мови, так? Спілкуватися з людьми, якщо... Звісно, бо я дуже гарно розумію українську мову. Навчала я її в школі, в радянській школі у Криму, у прошлому віці. Але від того, що я розумію і розмовляю українською мовою, я себе чую набагато краще, гарніше, пробачте. І нічого страшного немає, коли хтось зі мною заговорить українською або російською мовою. Я дуже гарно можу дати відповідь і не соромитися того, що я знаю або не знаю. А нічого коли страшного. Я не знаю, я головне бажання, чітко скажу на кримськотатарському язикі, і все мене, все всі зрозуміють. Ну що ж, дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за такий урок. Я пропоную зараз нашим глядачам ще раз повторити всі слова, і для того, щоб запам'ятати, так, давайте повторимо їх, і вже наступного разу будемо нові вчити слова. Лавже ж. Давайте повторимо слова. Селям алейкум. Селям алейкум. Алейкум селям. Алейкум селям. Дівчата, запам'ятовуйте. Дівчата, кажіть з нами. Мераба. Мераба. А, дивіться, ще трохи. Здесь написано російською мовою. Тобто, треба не мераба казати, а мераба. Мераба. Це дуже важливо. Угу. Далі. Джеб-телефон. 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 Прекрасно. Давайте без мене. А, найсладніше слово і без вас, да? Це ж екзамен небольшой. Ічтімай, ах. Очень просто.
Ах. Лена. Ичтимай ах. Замечательно. Месседж. 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 Правильно, я запам'ятала месседж. І... Чанта. Чанта. Прекрасно. А як попрощатися кримсько-татарською? Я, когда я ухожу, я должна, ну, как гость уходит, он должен сказать «салханнен хаунес». То есть «хаунес» – это «оставайтесь», а «салханнен» – со спокойствием, с добром, с тенью. Ну, тень, «салхан» – это тень вообще, понимаете? Это пожелание, чтобы все было хорошо. І ми всього найкращого бажаємо так нашим глядачам. Дякую, що ви були з нами протягом цього ранкового ефіру.